Капибара, и это самый крупный грызун в мире, известный своей дружелюбной и спокойной природой. Они обитают в Южной Америке, где предпочитают жить рядом с водоемами, такими как реки и озера. Капибары отлично плавают благодаря перепончатым лапам и высоко расположенным глазам, ушам и ноздрям, что позволяет им находиться под водой, оставаясь настороже. Эти животные ведут социальный образ жизни, живут группами, которые могут насчитывать от нескольких особей до сотни. Они общаются между собой с помощью различных звуков, таких как тихое мурлыканье, лай и свист, которые выражают разные эмоции и сигналы. Одной из интересных особенностей капибар является их способность уживаться с другими животными. Часто можно увидеть, как на их спинах сидят птицы, собирая насекомых, в то время как капибары отдыхают в воде. Они также едят собственные экскременты, что помогает им лучше усваивать питательные вещества из пищи, состоящей из трав и водных растений. Несмотря на их миролюбивый характер, капибары сталкиваются с угрозами в дикой природе, такими как утрата среды обитания и охота. В некоторых регионах их мясо и кожа используются в пищу и для изготовления изделий. Поэтому важно защищать этих удивительных животных и их естественные ареалы обитания. Text must have a lot of pictures, capybaras and subtitles.